Рубин Енисей, 18-й тур Малбет первой лиги. Товарищи. Слева Дюпи. Дюпи. Пятку стартовать не стал. Драгунов отдал на Золотова. Дошел на жду Александра. Поднимают флажок. Помощник. Костюкова левое колено. Загоев и ноги сейчас махали руками на судью. Послал уже еще вратарем ворота. Мяч в мне! Красная передача и Кабутов. Ну как я еще вам должен, а? Обратили внимание на пируэт Дмитрия вокруг своей оси на 360. Зотов. Красная передача. Передачи за спину летят. Самошников. На технику Зрячев. Дальний угол щечкой левой ногой. Игорь Горбунов переводил этот мяч в створ. Антипин. Рубин показывает то, чего хочется. Момент, Тесленко пришел. Что докатили до него мяч, не дождался. Умаев правее и Фомие нет. Фомие. Фомие. Слишком далеко. И показалось, Антипин сейчас извиняется перед защитниками. Не решил Станислав, будет ли выходить или нет. Или отдавать на откуп партнерам этот момент. Подает Дмитрий. Антипин добирается или нет до мяча. Толчия будет кулаками. Борьба продолжается. Удар Зотова. Что там, рука? Вот момент до этого, когда призывали футболиста Рубина, судью, на игру рукой. Внимание, вот сейчас. А была у Санаи, да, но рядышком оказался. Вот тут Санаи, да, ну, Умаев. Саная. Прострел Саная в дальний. Не падает, там рикошет. Но продолжается атака. Глушков. Кичин заряжает. Кичин в прошлом сезоне забил 7. Глушков. Мяч в штрафную. Саная. Дюпин. Все. 0-0. Рубин. Казань. Енисей. Красноярск в Казани на красавице Акбарс-арене. Без забитых мячей сегодня Джоэль.